Всем привет, дорогие подписчики канала. Ну вот мы наконец-таки добрались до центральной площади. Никак эту елочку вот не могут нарядить. Уже, блин, до Нового года тут совсем ничего осталось. Но все равно давайте посмотрим. В принципе, она готова. Там внизу остались только вот сделать надписи вот эти. Ну и ее почти нарядили. А подсветка, она уже будет ночью видна. Поэтому мы и ночью снимем. А сейчас просто вот поглядим, пойдем. В общем-то, оно уже как бы и готово. Вот в этом году вот такая вот елочка. Я нахожусь. Вон опять самолет летит, как в одном из видео. А здесь я нахожусь вот возле акимата, возле памятника Абаю. И давайте посмотрим, что там для нас приготовили власти города. Отсюда выглядит так. Там он еще наряжает все. Погода сегодня, блин, как весной. Здесь такие аллейки. Это подсветка будет ночью. Смотреть. Вот еще, видите, идет процесс. Все в процессе. Да, надо. Уже когда сделают, будет, конечно, красиво. А сейчас, пока все это делается, такой краткий обзорчик. И погода вот совсем не новогодняя. Практически чуть ли не дождь, блин. Все тает. Вот. Вывеска такая же. Ну а здесь вот там горку делают. Здесь фонтаны так же, как обычно. Как-то вот так вот. Ну, ночью будет интереснее, еще раз говорю. А пока вот так. Тут тоже аллейки такие идут. Будет подсветка. Здесь горку засыпают. И снега, говорю, совсем мало. Не знаю, не замерзнет даже. В этом году капец, конечно, зима. Сырость, тепло. Вот отсюда мы пришли. И если вот так смотреть на тротуар, то вот такая вот подсветка будет ночью. Ночью будет красиво. И вот так. И туда арочки на саму площадь выходят. Отсюда вот такой вот обзор. Ну, она, в общем-то, готова. Я говорю, вот внизу остались вот эти надписи только. И подсветку, видимо, делают. А так, елка готова. Можно гулять, веселиться. Вот. Здесь у нас панорамка. Пройдем. Я прямо на центральной площади. Ну все, дорогие друзья, надеюсь, обзор вам понравился. Мы еще встретимся с вами ночью здесь. Но это уже ближе к Новому году, когда все вот это загорится. Мы с вами, так сказать, попрощаемся. Оставим все плохое в этом году и пойдем в Новый год. А пока, до встречи, с наступающим. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки. Пока-пока.